Після сутички загинув польський солдат. Він став жертвою нападника, нелегального мігранта, озброєного ножем. Зокрема, про це повідомляє політико із посиланням на армію Польщі. Також відомо в цілому, що ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється, і президент Польщі Анджей Дуда скликає навіть Раду нацбезпеки через посилений тиск з боку Білорусі за допомогою нелегальних мігрантів. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну тобто до якого піку може сягнути ситуація, і в принципі, як Лукашенко та його режим використовує все це? Лукашенко поставил целью дестабилизировать ситуацию на границах с Европейским Союзом еще в 2021 году. И мы с вами следим за развитием этого подхода, который приобрел в последнее время достаточно масштабный характер. В среднем где-то 200-300 нелегальных мигрантов ежедневно штурмуют границы только с Польшей. Лукашенко делает это для того, чтобы максимально заставить соседние государства привлекать свои собственные ресурсы для охраны государственной границы, для обеспечения национальной безопасности своих государств, для того, чтобы меньше ресурсов и средств направлялось на помощь Украине. Следующий фактор – это дестабилизировать ситуацию внутри европейских обществ, прежде всего в соседних государствах, для того, чтобы также и со стороны обществ было меньше желания оказывать помощь Украине, для того, чтобы скорее завершилась эта ужасная война. Это ту роль, которую отыгрывает режим Лукашенко в интересах Российской Федерации. Это его часть ответственности в войне, которую ведет Россия при поддержке режима Лукашенко в отношении Украины. Каким образом будут развиваться события? Мы еще в 2021 году имели инсайды, которые говорили о том, что провокации могут привести к жертвам на границе со стороны, в том числе, военнослужащих и пограничников польской стороны. Фактически тогда и в последующем поступала информация, что на территорию Польши могут быть заброшены снайперы, которые бы осуществили выстрелы в направлении белорусских пограничников. Даже в этих сценариях со стороны Лукашенко закладывался вариант убийства или нанесения тяжких телесных повреждений одному или нескольким белорусским пограничникам, что бы спровоцировало в ответ реакцию со стороны белорусских пограничников, и мы получаем с вами локальный военный конфликт на границе. Мы видим с вами, что нелегальные мигранты вооружаются холодным оружием и наносят соответствующие удары в направлении польских военнослужащих пограничников. Оценки, которые мы можем сделать предварительного характера, демонстрируют, что это подготовленные, заранее обученные группы людей, обладающие навыком ведения боя, в том числе с использованием холодного оружия. То есть нанесение копьем, на котором насажен нож, удара в направлении военнослужащего сделано профессионально. То есть это не просто какой-то нелегальный мигрант, который из-за тяжелого экономического положения оказался на границе с Польшей и пытается прорваться в Европейский Союз. Это организованная преступная деятельность международного характера, во главе которой стоит Лукашенко. Нелегальных мигрантов концентрируют в последние годы на территории России, потому что перекрыты были маршруты их доставки в аэропорт в Минск. Раньше это выглядело именно через использование авиасообщения туристическими каналами на территории Беларуси, получение белорусских виз, и потом они вбрасывались на границу. Сейчас они накапливаются на территории России. Ночью в сопровождении КГБ, под контролем КГБ, они доставляются к границе с Республикой Польша в лесистую местность. В лесистой местности им сдается провиант. Их проводит соответствующий инструктаж. И спецслужба, отдел активных мероприятий, ОСАМ, это спецслужба, входящая в структуру Государственного пограничного комитета, сопровождает их на линию государственной границы для осуществления атак на границу. Одновременно на нескольких базах ОСАМ на территории Беларуси проходят подготовки и группы боевиков. Например, польское издание ОНЕТ говорит о том, что вот эта группа, которая пыталась убить польских военнослужащих, потому что были ранены также несколько человек пограничников и один погиб, выглядели как лица кавказского национальности. То есть, и опять же, по их оценке, это люди, которые были подготовлены к тому, чтобы совершить подобные действия. Лукашенко одновременно с попытками дестабилизировать ситуацию на границе еще 20 февраля в присутствии министра обороны, госсекретаря Совета Безопасности, руководителя КГБ, председателя пограничного комитета и высокого уровня офицеров заявил 20 февраля о том, что в ближайшее время на территории Польши разведками, именно было сказано так,
Польши и США будут организованы провокации, саботаж, диверсии против гражданского населения этой страны под флагами Беларуси и России. То есть таким образом он еще 20 февраля признался в подготовке совершений, в том числе диверсии на территории Польши. Это направлено на то, чтобы, опять же, поссорить два народа, белорусов и поляков. Лукашенко сделал все, чтобы и украинцы относились достаточно критично к белорусам, когда предоставил территорию нашей страны для агрессии против Украины. Теперь он пытается сделать это с Литвой. Там появился нарратив литвинизма, так называемый. Вот даже сегодня появилась надпись в Вильнюсе о том, что «Вильня наша». То есть они пытаются противопоставить литовцев в отношении белорусской диаспоры в Литве. Сейчас они делают аналогичные действия в отношении белорусов, проживающих на территории Польши, чтобы столкнуть лбами белорусов и поляков, которые никогда не имели исторических проблем, так же, как и с Украиной, и с украинцами, никогда не воевали. Это стратегия Лукашенко, и эта стратегия утверждена в том числе в Кремле. Пане Павле, якщо дозволите, я уточню, скажіть, будь ласка, власне, а якою може бути протидія польського уряду? Тому що от раніше, зокрема, та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він пообіцяв використати всі необхідні засоби, він щоб закрити кордон із Білорусію та запобігти узгодженню спроби дестабілізувати країну. Тобто мається на увазі, що вам відомо, знову ж таки, з цього приводу? Да, сегодня мне приходится часто отвечать на этот вопрос, так же, как и в протяжении этих лет. К сожалению, может быть, запоздалые действия со стороны Европейского Союза в отношении режима Лукашенко, отсутствие стратегии, понимание роли Лукашенко, в том числе в войне, которая началась в 2022 году, приводит к тем ошибкам, к тем негативным последствиям, которые мы наблюдаем сегодня. Говоря о сегодняшней стратегии, мы, с одной стороны, должны с вами понимать, что любое правительство, любой премьер-министр, будь то премьер-министр Польши, Литвы или Латвии, прежде всего должен заботиться о безопасности, национальной безопасности своей страны, своего общества. И создание фортификации, укрепление границы, залесение местности, даже говорится о перспективе минных полей, но это логично, когда рядом находится режим, который фактически объявил войну этой стране. Гибридную, а как даже сказал премьер-министр Польши, и реальную войну против Польши, когда происходит диверсия на территории этой страны, когда пытаются поджечь торговые центры руками спецслужб. То есть это логично, но должно быть второй элемент стратегии. Это не закрывать белорусское общество, когда закрываются пограничные переходы, когда возникают проблемы с выдачей виз, которые, кстати, тоже связаны с действиями режима Лукашенко, который выдворил десятки иностранных консулов. Более 20 было польских консулов выдворено с территории Беларуси. Это может привести, что Беларусь окажется Северной Кореей в центре Европы, окажется под огромным воздействием информационно-пропагандистским и уже является Российской Федерацией. И тогда белорусы, которые в большинстве своем против участия вооруженных сил Беларуси в войне против Украины или Запада, когда только 2% белорусов считают возможным включение Беларуси в состав Российской Федерации, а 98% хотят жить в независимой стране, когда 66% белорусов выступает за демократическую форму правления в Беларуси, а 25% не определилось, то это приведет к тому, что российская пропаганда сделает с белорусов оловянных солдатиков. И эти фортификации понадобятся через некоторое время. Сегодня Польша, на мой взгляд, могла бы предпринять следующие действия, в том числе и на уровне Европейского Союза. Первое. Необходимо закрыть железнодорожные пункты пропуска и нанести существенный удар по экономическим интересам режима Лукашенко и Российской Федерации, ограничив возможности обхождения санкций, которые, к сожалению, имеют разный объем и размер в отношении России и режима Лукашенко. Второе. Польские банки оказывают услуги банковские в совершении финансовых транзакций, операций, которые в том числе используются для обхода санкционной политики, введенной Европейским Союзом в отношении России и режима Лукашенко. Необходимо не закрывать счета белорусским гражданам в Польше, что мы в последнее время наблюдаем, а именно блокировать транзакции, финансовые операции. Следующее. Необходимо в польской прокуратуре еще с 2021 года идут следствия, связанные с использованием нелегальных мигрантов для дестабилизации ситуации на границе. Необходимо выдать ордера на арест в отношении руководителей пограничных служб Беларуси, региональных структур, ОСАН,
КГБ, региональных властей. Польша обладает уникальным инструментом, в отличие от многих стран Европейского Союза, и она может ввести национальные санкции. Национальные санкции должны быть введены достаточно большое количество людей, причастных к совершению этих преступлений на государственной границе. Также она может ввести и экономические санкции. Конечно, возможно, эта ситуация все-таки подвинет и Европейский Союз для того, чтобы гармонизировать санкции. Я знаю о том, что сейчас идут переговоры, они очень сложные, для того, чтобы принять 14-й санкционный пакет. И вот, возможно, эта ситуация, к сожалению, трагедия, подвинет те страны, которые сопротивляются гармонизации санкций, принять это. И последнее, ну, это, как говорят американцы, last but not least, необходимо выдать ордер на арест в отношении Лукашенко за преступление, связанное с похищением, вывозом украинских сирот на территорию Беларуси. Второе, за преступление против человечности, когда более 300 тысяч белорусов было депортировано в Польшу и в Литву. Нужно действовать на опережение, нужно действовать жестче. Диктаторы понимают только язык силы. И нужно показать, что Запад, Польша, Литва, Латвия сильнее, чем режим Лукашенко. Ведь фактически Лукашенко сейчас даже насмехается над соседями. Он видит бессилие. Он недавно посетил Монголию. Если бы уже был выдан ордер на арест и не был бы публично объявлен, Лукашенко мог бы быть задержан в Монголии. Это был бы очень классный, такой мощный сигнал, в том числе и в Москву, что может произойти с теми, кто нарушает нормы международного права. Ну, просто нужно действовать. И действовать нужно четко, жестко и принципиально.